Желание заработать, нажав одну кнопку, деятельность очередного подпольного игрового клуба пресекли окружные полицейские. Он расположился фактически в центре Нарьян-Мара. Любители азартных игр визиту непрошенных гостей были удивлены. Чем закончилась нелегальная игра, узнаете из следующего сюжета. Однорукий бандит. Так на родине называют игровые автоматы, которые без оружия и угроз толкают азартных граждан расставаться скромно заработанными средствами. Только за этот год сумма, изъятая с незаконной деятельности игровых автоматов в округе, стремится к 200 тысячам рублей. А изъятой техники, помогающей заработать деньги нечестным предпринимателям, около 100 единиц. Буквально на днях, не без помощи местного отделения молодой гвардии, полиции была пресечена деятельность одного из таких заведений. В ходе проверки сообщения, поступившего от жителя города, о работе клуба, где осуществляется незаконная игровая деятельность, помещение расположено по улице Ленина, сотрудниками полиции проведены мероприятия, направленные на пресечение правонарушений. В ходе осмотра места происшествия обнаружено изъято компьютерное оборудование в количестве 6-7 темных блоков, 4 монитора, 1 ноутбук и денежные средства в сумме 6350 рублей. Не только на азарте, но и на любителях выпить зарабатывают предприниматели округа. Так, с начала года конфисковано 600 литров нелегального алкоголя. Впрочем, изъятие и аннулирование лицензии не останавливает желающих заработать на слабости к алкоголю. В ходе проверки кафе факт реализации алкогольной продукции подтвердился. Установлено, что лицензии на розничную продажу алкогольной продукции у реализатора алкоголя отсутствуют, так как еще в 2013 году в этом же заведении лицензия по ходатайству МВД России по НАУ была аннулирована. Кроме того, у алкогольной продукции отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкоголя. Полицейскими было изъято 22 литра алкогольной продукции. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям округа. Если вы обладаете информации о незаконной деятельности игровых клубов и торговле алкоголя на территории Ненецкого округа, просьба сообщить по телефону 42363 или 42152. Анонимность гарантирована. Закир Вафин, Владислав Носкин, телеканал «Север».